Всем привет, вы нажимай. Давай я вас слышишь? Всем привет, вы на канале Gadget Money. И сегодня мы распакуем Huawei Mate 10 Pro вообще. Давайте посмотрим, как она выглядит. Человек, который сейчас это снимает, любезно предоставил, только что купил и, соответственно, разрешил распаковать, посмотреть такой первый взгляд. Трубка, говорят, очень популярностью пользуется, прям все хотят ее нигде нет. Где купить, как всегда, ссылочки в описании. Открываем. Ну и, собственно, здесь сам телефон. Он крутой, да вы можете говорить, чего вы все молчите, да? Трубка реально умная. Так, что у нас еще по комплектации? Можно ведь, да, посмотреть? Да, конечно. Компания Huawei делает все очень качественно. Соответственно, у нас здесь есть коробочка. В коробочке у нас уже оригинальное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки. Причем это сразу на европейскую, соответственно, российскую вилочку. Также у нас присутствует USB Type-C провод фирменный. Достаточно плотная оплеточка. Присутствует переходничок на 3,5. Очень достойный комплект. И гарнитурка, она стандартная, очень похожа на EarPods. Не Air, а EarPods. Что у нас еще есть в комплекте? В комплекте еще нам производитель кладет чехольчик. Здесь есть клеточка. Вот такая вот. Соответственно, кладем обратно. Документация, гарантийные обязательства. Очень достойный комплектик. Ну и, собственно, сам чехольчик. Он силиконовый. На первое время сейчас все производители кладут силиконовые чехлы. OnePlus, Huawei, LG и другие. Чехольчик обратно убираем. Сейчас сама трубочка. Посмотрим, где у него какие кнопки включения, выключения и органы управления. Собственно, сама трубочка, ну действительно, первое впечатление от, соответственно, того, как держишь в руках. Я даже не знаю, сколько это дюймов, по-моему, 6, да? 5,8, да. И это, честно, огненное ощущение. Очень, очень круто. Поправьте в комментариях, вы там все знаете, это очень круто выглядит. В руке, по сравнению, допустим, взять, потому что я на него снимаю, давай OnePlus 5. 5,7 диагональ и, соответственно, 6 дюймов. Это очень крутая трубочка. По правой грани у нас есть клавиши включения и выключения, клавиши регулировки громкости, она сдвоенная. Это металлическая рама, при этом это глянец и отполированный глянец. Он немножко отдает перламутром, но это действительно достойно смотрится. Абсолютно очень красиво все сделано. USB Type-C, при этом практически в геометрических пропорциях все это дело соблюдено. Есть технические отверстия под динамик, микрофоны дополнительные сверху, у нас инфракрасный порт управления техникой. На левой грани у нас есть, соответственно, слот под сим-карту. Ну а сзади это полностью стеклянная задняя крышка, сдвоенная светодиодная вспышка, обязательно двойная камера, это уже тренд 2017 года. Сканер отпечатка пальцев, он действительно удобно расположен, и меня не покидает ощущение, что трубку с такой диагональю экрана действительно удобно держать в руке. Давайте включим, просто посмотрим, как будет смотреться дисплей, и на этом, наверное, буду заканчивать. Не, ну, круто. При этом спереди у нас есть, конечно же, динамик, фронтальная камера, очень маленькие рамки снизу, сверху, ну и, соответственно, дисплей выглядит просто потрясающе, очень классно. Друзья, это вот такая вот коротенькая распаковка, человек, соответственно, купил, разрешил распаковать, большое ему спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, обязательно проходите по ссылкам в описании, со всех скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.